Сетевые игры с друзьями – важная часть PlayStation. Когда находятся надежные напарники для игры, с ними хочется играть снова и снова. Если хотите поиграть с кем-то конкретным, введите нужное имя в поиске и перейдите в профиль. Если ваш друг уже в сети, вы увидите, в какое событие он играет. Для быстрого поиска активных групп откройте центр управления и просмотрите доступные события. Или перейдите в GameBase и посмотрите, во что сейчас играют ваши друзья и тусовки. Если хотите поиграть в конкретную сетевую многопользовательскую игру, войдите в игровой центр и посмотрите, кто из ваших друзей сейчас в нее играет. Когда найдете подходящее событие со свободными местами, сможете сразу присоединиться. После подключения вы можете отслеживать свою статистику в центре управления, а также управлять участниками игры. Пользуйтесь голосовым чатом, то в центре управления также можно переключаться между чатами тусовки и игры, выключать звук игроков и изменять настройки чата. После завершения события его можно перезапустить с теми же игроками в центре управления. Просто выберите событие и пригласите всех сыграть еще раз. Откройте новые способы совместной игры на PlayStation 5. Чего же вы ждете?